штаб-квартире Оргкомитета игр 2024 в Париже и в компании, отвечающей за олимпийскую инфраструктуру, прошли обыски. Они, как сообщается, проводились в рамках предварительных расследований, открытых финансовой прокуратурой по подозрению в незаконном получении выгоды и фаворитизме. Оба дела касаются контрактов, заключенных в рамках организации игр. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.